Печатные издания не канули в лету. Как свидетельство, в день старта Всероссийской декады подписки в Республиканском медиацентре проходит День подписчика. В нем принимают участие многие издательства Якутии. В этом году произошел удивительный факт. Несмотря на проникновение в нашу жизнь электронных носителей информации, телефонов, планшетов, и кажется, что уже все привыкли читать именно, получать информацию именно из них, в этом году произошло увеличение тиражей по подписной деятельности как по всей России, так и непосредственно в Республике Саха-Якутия. Если говорить конкретно про Саха-Якутию, то на 3%. В абсолюте это огромные цифры. Также в день подписчика в Якутске официально стартовала акция «Дерево добра». В ее рамках каждый желающий может оформить подписку в адрес выбранного социального учреждения. Сегодня уже мы решили подписаться на журнал «Чуаранчик» и журнал «Умняша» для детей Вилюйского детского дома имени Аржакова.